Фильм ужасов под названием «Проклятая», снятый омским режиссером, собрал $5000 в зарубежном прокате, около 300 тысяч рублей. Затраты на съемки, гонорар актерам, монтаж картины составил 250 тысяч рублей. Режиссер взял эту сумму в долг. В мистической картине описывается история бизнес-леди, приехавшей в небольшое село под Омском на поиски пропавшего брата. Роли исполняли непрофессиональные актеры, ленту сняли на любительскую видеокамеру. В местных кинотеатрах ее показывали 13 дней, сборы 20 тысяч рублей. А вот на Западе посмотреть «Проклятую» можно за $1 в интернет-кинотеатре. Основные зрители – жители США, Канады и Китая. Помогите нам. Я не знаю, как вернуться назад. Я не знаю, как вернуться.